Раньше на этой территории возле дома номер 10 в микрорайоне Богородский был пустырь. Здесь росла высокая трава, а жители выгуливали собак. Сейчас некогда запущенный клочок земли превратился в ухоженный. Теперь на нем будет расти множество самых разнообразных деревьев. Новый исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков поспособствовал усилению работы местных управляющих компаний. В преддверии 9 мая стало проводиться больше экологических акций. Так, с праздником Великой Победы ветеранов поздравила управляющая компания «Домжилсервис», которая помогла облагородить некогда непривлекательный участок земли в микрорайоне Богородский. Мы ежегодно участвуем в акции «Лес Победы», «Посади дерево» и так далее. В этом году учредителям компании было принято решение в данном сквере высадить сосны, дубы, ели, клены, рябины. Подумали представители управляющей компании о том, как сохранить новые насаждения. На данной территории жители микрорайона регулярно выгуливают собак, поэтому молодые деревья на первое время необходимо было оградить от домашних животных. Было принято решение высадить в этом сквере 70 елей, уже высаженные они, сделать ограждение данных деревьев во избежание порчи стволов. Также были установлены урны. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.